Всем привет, меня зовут Алина, и это моя кошечка Софья. Короче, если вы сейчас слышите какие-то шумы, то это не я, это моя кошка, у которой сейчас такой период, когда она хочет замуж. У кого есть кошка, тот меня сейчас понял. Итак, сегодня в этом видео вы узнаете, что находится на моем туалетном столике, потому как после того, как я сняла рум-тур, многие меня просили, чтобы я сняла это видео. Давайте начнем. И сразу предупреждаю, если это видео будет ускорено, значит оно идет более 15 минут, и для того, чтобы... для вас я смогла смонтировать видео, я его ускорила, потому как я монтирую в той программе, в которой нельзя делать видео дольше 15 минут. Многие из вас знают о том, как выглядит мой туалетный столик. И теперь давайте я начну свой рассказ. Итак, на столе стоит мой ноутбук, далее на подставке он стоит, потом здесь рядом лежит мой телефон, второй телефон, и мои часы. Вот, мои часы. Также у меня есть лампа. Сегодня я вам покажу, что находится на моих вот этих вот трех полках, да. За зеркалом здесь три полки на самом деле. А о том, что находится в нижних полках, вот этом вот ящичке, потом дальше тут шкафчик, в котором две полки. Я вам об этом всем расскажу во второй части видео. Мой туалетный столик. Вторая часть, я не знаю, когда будет, но сегодня я вам расскажу о трех верхних полках, потому как там очень много вещей, я буду делать две части. Первое, что лежит на моей первой нижней самой полке, это вот такие вот стикеры. То есть я их использую как черновики. Да, многим они нравятся, но я их еще начала использовать в прошлом году, потому что очень легко делать домашнее задание на таких стикерах и потом переписывать. Просто отрываешь бумажечку, потому что вот октябрь и сентябрь я тратила несколько минут для того, чтобы найти черновик. И черновики у меня быстро заканчивались, но эти стикеры меня спасают. Потом у меня непонятно, что здесь делает календарь на 2014 год, кенгуру 2014. Я просто выбрасывать это не хочу, и оно здесь у меня лежит. И также вот такая вот резиночка, которую я ношу очень редко. Вот. Также на этой полке у меня находятся мои чехлы для моего телефончика. Вот. И на удивление странное, что я здесь достала, это иголки. Вот, иголки, реальные иголки для того, чтобы шить. Это для трудов. Что делают иголки на первой полке, на которой у меня... чехлы для телефона, резинка, стикеры и иголки. Тут дальше есть наклейки с Макдональдса. Еще старые наклейки. Не помню даже, когда я их приобрела. Наверное, еще летом. Ну, капец. И еще есть чехол Asus для моего планшета, для моего iPad'а. Я его уже не использую. Да. И дальше самая интересная коробка от моего iPad'а. Вот. То есть у меня лежит эта коробка еще с давних пор, потому что тут всякие инструкции, всякие карточки, скрепка также есть, которая и для iPhone, и для iPad. Ну, короче, здесь еще много всего есть, поэтому я не выбрасываю коробку. Она у меня в не очень хорошем состоянии, потому как ей... почти 3 года. И думаю, что вы догадались, что следующее то, что я достам, это коробка от моего телефона. Да, то есть она без верхней крышки, потому что верхняя крышка находится на... для того, чтобы хранить чехлы. Сформулировала. Далее идут украшения, которые мне подарила подружка на день рождения. Я их иногда одеваю, то есть это вот такие вот бусы. Ожерелье красного цвета, потом кольцо с красным камешком, вот, то есть это ненормальное. Дальше браслет, тоже красный, и красные сережки. Далее тут лежат мои часы Adidas. Далее здесь у меня стоит сувенир с Арабских Эмиратов. Это птичка, покрытая золотом, 24 карата, и с настоящими сурдовскими камнями. Когда я сразу видела эту птичку в музее искусства, мне она очень понравилась, и поэтому она сейчас здесь, потому что мне она очень понравилась. И многие под прошлым видео мне написали, что лошадь, это 2002 год, но нет, ребята,
знак восточного гороскопа повторяется каждые 12 лет. То есть вот мне в этом году будет 12 лет, и только сейчас будет год козы, второй в моей жизни. Потому как я родилась в 2003 год, это год козы, прошло 12 лет, 2015 год, это год козы. Вот. То есть, кто не знает, все так вот расшифровывается. И вот у меня сохранилась такая вот лошадка с надписью 2014 в честь года лошади. И сейчас год лошади. Также у меня есть браслет с Египта, жук-скоробей. Вот. Статуэтка за полученное мной второе место. Статуэтка за полученное мной первое место, а также вот такой вот брелок с яблочком, как логотип Apple. Вот такая вот серебряная статуэтка, это настоящее серебро. Чистилка для одежды, маленький штатив и штатив, который гнется и который можно прицепить на шкаф, на дерево и так далее. Мне интересно очень, сколько идет это видео, потому что я сейчас снимаю, и я не могу понять, сколько идет это видео, потому что я снимаю по кадрам, то есть, да, то есть так. И я закончила только первую полку, давайте перейдем ко второй полке. На второй полочке у меня стоит стаканчик со всеми канцелярскими принадлежностями. То есть тут есть ножницы, ручка, карандаш, ручка, циркуль, карандаш, фломастер, корректор, линейка, ножницы. И здесь еще есть типа такой мелок, ну, типа такой фломастер, который пахнет лимоном. И есть вот такая вот моя подделка, просто тогда, когда я делала, не хватало бисера, я сделала вот такой вот цветочек. Два из них лепестка зеленые, и последний он разноцветный, потому что у меня закончился тогда бисер на тот момент. Я такой вот сделала цветочек, и теперь он у меня стоит. Также у меня стоит клей, вот клей, зубочистки. Стаканчик с Макдональдса, который обклеен наклейками, и я в нем храню карандаши. Набор лака Дива для французского маникюра. Три аромата Кинзон. Все вот такие вот одинаковые. Йоу, это была первая часть моего видео «Мой туалетный столик». Ждите вторую часть, скоро она будет, поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, добавляйте их в избранное. С вами была я, Элина. Всем пока-пока!